Здорово! Ребята, сегодня мы продолжаем играть в Скулбоя! И попробуем получить 8-ю секретную концовку. Да-да, нам осталась последняя концовочка. А какая именно это будет концовка, вы узнаете в видео. Так что досмотри этот видосик до конца. Будет интересненько. Ну а также можешь влепить мне лайкосик. Мне будет приятно. А еще, если хочешь знать, чем я занимаюсь в реальной жизни, то присоединяйся в мой телеграм-канал. Там я выкладываю прикольные фоточки и видосики. Загляни. И для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде жирафа. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. Бла-бла-бла. Ой, геометрия подождет нас пока. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Да не говори, Андрюх. Ты уже этот учебник, наверное, наизусть знаешь. Так что можно отправляться погулять. Только первым делом осмотрим комнату. Давай, вдруг что-нибудь давай, найдем. Итак, план у нас сегодня такой. Андрюх, слушай внимательно. Мы убежим через крышу. Но не просто через крышу, так как я это уже делал. Короче, сегодня мы убежим через крышу по проводам. Главное только не свалиться. Иду, иду. Иди, иди, маман. Мы ждем-с. Вот как обычно. Когда первый раз мамку отвлекаешь, она еле-еле идет. Даже если бы кто-то и реально позвонил, так уснул бы, пока ее дождался. Ах да, про Тузика мы тоже не забываем. Нужно забрать миску, так как у него может быть палка или отвертка, например. Вот я бы можно устроить дымовую завесу. Да-да, устроил, Андрюх, не переживай. Уже вон миско размораживается. У нас сегодня суперскорость. Так, все, закругляемся. А то мамка уже возвращается, а ей на глаза лучше не попадаться. А то заставит еще что-то делать, ну как обычно. Ой, дурак какой, а. И не говори, бать. Вот вместо того, чтобы футбич целый день смотреть. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Со мной бы поиграл. Я бы тогда не сбегал. Здесь кто-то был? Был, маман. Был, да сплыл. Давай окошко открывай. А мы пока батю отвлечем. Ой, блин, сколько дыма. Да забей ты уже! Я уж думал, крышка. Андрюх, да ты не бойся. Лучше соберись и подумай, где могут предметы быть. Так, давайте-ка осмотрим ванную. О, лампочка. Есть. А в канализации что у нас? Гвозди. Отлично. Значит, нам нужна отвертка. И думаю, она может быть на кухне или в кладовке, а может и в тачке. Короче, гу в спальню. Ключи от тачки уже у нас, и батарейку мы тоже прихватили. Хотя она нам даже не понадобится. Сейчас заберем ключ от аптечки. Там может быть дихлофос. Да забей ты уже! Забил, бать. Давно уже забил. Вот мне интересно, кто задумал его в вазе спрятать? Батя или маман? Так, ребят, как вы думаете? Напишите в комментах. Цветы. Это шум из спальни? Да какой из спальни? Это вон мамка там кастрюлями стучит. Или лейками. Цветы, походу, пошла поливать. Блин, в этой темноте ничего не видно. Постой-ка. Стою и почти не дышу. Что-то здесь не так. Ой, не так, бать, не так. А что именно? Интересно, увидишь? Наверное, почудилось. Фух, пронесло. Батя ключ на полу не заметил. Хотя тут такая темень, что и я не особо вижу. А батя со своим зрением так тем более. Так, все, ключ у нас. Гу, быстренько в комнату. Ну что, маман, ты там цветы полила? О, возвращается. Значит, полила. Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Блин, бать, ну ты вот как всегда не вовремя. Сейчас придется ждать. Ох. Бать, да хорош там в тубзале эти заседать. Давай уже возвращайся к своему очень важному делу. Телек смотреть. Сколько можно? Сколько нужно будет, бать. Все, выходим. И гоу на улицу. Сбегаем, посмотрим, что там в тачке может быть. А тут у нас обезжириватель. И он нам не пригодится. Пусть там и лежит. Ой, блин, меня, кажется, заметили. Не-не-не, какой с улицы? Так, лучше отсюда уходить. А еще лучше убежать. Так, а давайте-ка заглянем по дорожке еще в бочку. Посмотрим, стоит ли ее вообще наполнять или нет. Блин, что-то ничего не видно. Капец, вообще ничего. О, увидел! Там, кажись, снотворное. Точняк! Оно! А так как оно нам не нужно, то бочку наполнять мы не будем. Ну, вроде все в порядке. Все, возвращаемся в комнату. И тихонечко. И первым делом батю отвлечем.
Готово. А ща отправимся в зал, чтобы найти ключ для кладовки. Кто-то написал. Надо бы проверить. Проверь, бать. Конечно, проверь. А мы ждем. Ай! А это, походу, будет не скоро. Го, обыщем зал. О, а вот и ключик. Забираем и гу в кладовку. Открываем двери. Лампочку вставляем. Свет, конечно же, врубаем. И внутрь забегаем. Отлично! А сейчас можно тут все осмотреть и забрать только то, что нам нужно будет. А это отвертка, диклофос и молоток. Батарейку мы оставим, чтобы нам не мешало. Давай! Давай, давай, давай! Вот ты, бать! Вот зачем так голосовые связки-то напрягать? И нас заодно пугать. Капец! Вот это настоящий болельщик! Ну или комментатор от бога. Ха-ха! Так, диклофос мы с аптечки забрали. Иду, иду! Вот очень странное, конечно же, место для него. Ну да ладно. А сейчас нам надо понять, где же отвертку искать. Так, маман, иди-ка ты на улицу погуляй. Нам кухня нужна. Да, кстати, можешь и цветы заодно полить. О, вот и отвертка. Котлетосы жарятся. Как вкусно пахнет. Но нам нельзя. Блин, вот эта привлекательная еда всегда отвлекает меня. Капец. Так, нам бы еще тут молоток найти, и можно было бы отсюда уйти. Правильно, поливай. А мы возвращаемся искать молоток. Есть, нашли. Все, можно на улицу идти. Сначала у Тузика палку заберем, а потом в ванную пойдем. Блин, мама меня заметила. А как так? Назад, назад, прячемся за бочку. И тихонечко посмотрим. Ой, она идет сюда. Меняем маршрут. Гу, пока в ванную, а потом к Тузику. Стоять! А, прячемся! Эх, не успел. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Есть, сэр. Так, гу, быстренько, тут подметем. Может, заодно и палку найдем. Палки что-то не видно совсем. Маман, там за домом тоже очень грязно. Я быренько и там подмету. Надеюсь, ты не против? Молчишь? Ну, значит, согласна. Так, гу, быстренько, пробежимся за домом и посмотрим, может, там палка лежит. О, вот она! Отлично! Все, мы все предметы нашли. Осталось их только забрать. Возвращаемся. А то мамка сейчас заподозрит, что что-то тут не так. Ой, что-то я устал. Может, хватит, маман? Смотри мне, еще раз что-нибудь натворишь, будет очень, очень плохо. Ага. Ну что, нам осталось все предметы собрать, и можно будет убегать. И начнем-ка мы, пожалуй, с ванны. Так, первым делом давайте-ка заберем гвозди. Откручиваем решетку. Отлично, гвозди у нас. А сейчас мы открутим швабру, чтобы забрать палку. Твою мать, а кому, бать? Кому? Есть! Все, в доме мы все сделали. Сейчас отправляемся на улицу. Тузик, давай обмен. Вот, держи миску, а палку давай нам сюда. Да не рычи ты, ешь. Злюка еще та. А мы гоу лестницу чинить. Ставим палку, а следом гвозди. А сейчас забиваем. О, отлично, никто нас не услышал. Но это только первая палка. Давайте-ка сейчас сходим за еще одной палкой. Она тут недалеко, около забора лежит. О, вот она. Забираем и тихонечко возвращаемся к лестнице. Ставим вторую палку. Да, это бать по телеку стучит. Не иди сюда, не надо. Ставим быстро третью палку и забиваем. Есть! Сейчас быстренько залазим и прячемся на чердаке. Фух, успели. Мамка нас сейчас даже не заметит. Так, нам осталось только гвоздь да дёр забрать. А чтобы это сделать, нам нужно пшикнуть на улей диклофосом. Готово. Сейчас забираем гвоздодер. И можно с крыши доски отрывать. И сразу же надо бежать. Так как маман будет тут как тут. Все, я готов. Гоу! Куда это ты собрался? Нужно скорее бежать. Бегу, Андрюх, бегу! Так, главное не свалиться, а до конца пройти. Потихонечку. И мы дошли. Эй, маман, а ты чего слазишь? Давай как я. А ну иди сюда. Куда сюда? Да уж, походу, мамка не поняла, где я. Убежала в дом искать. Стоять! Стою, стою. Высоко сижу. Далеко гляжу. Заползай сюда. Убежал все-таки. Еще нет, маман. Наверх посмотри.
Я тут! О, пошла искать. Да уж, походу, мамка глюканула. Да я тут, на столбе сижу. Говорю ж, за тобой наблюдаю. Да, кстати, а ты чё батю не зовёшь? Странно. Короче, ребят, го отсюда, а то мамка так нас до утра будет искать. Всё, и я погулять. Думаю, тебе не придётся скучать. Есть! Мы это сделали! Мы получили 8-ю секретную концовку! А это значит, что мы можем активировать мод от разраба. Да-да, ребята, я видел, что вы писали комменты. А так как все концовки у нас собраны, то сейчас мы сможем это сделать. Ну, а точнее, в следующем видосике. А вы хотите, чтобы я это сделал? Напишите в комментах. А сейчас рубрика ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!